Друзья, на фоне телевизора и шкафа вы видите 4 трубки диаметром 50 мм. Эти трубки станут ножками моего универсального стола для мастерового. Я начал его сборку. Вот собрал 4 ноги. Вот вы видите 2 доски, их 2. И 4 рейки монтажных. Это тоже они входят в комплект моего универсального стола для мастерового. Итак, друзья, скоро начнется сборка. Вы будете свидетелями технического чуда. Это чудо будет называться верстак универсальный. Верстак для мастерового, который будет использоваться для рукоделия. Не имейте в виду, не для рукоблудства, а для рукоделия. В городской квартире. Вот, друзья, вы видите уже ноги моего универсального стола для мастерового собраны уже в пары. Видите, 2 пары ног. Вот эти вот связки, это сделан усиленный мной вот черными полосочками, видите? Сейчас эта конструкция стала жестче. Ну вот, друзья, в недалеком будущем, буквально завтра, вы увидите связку всех 4 ног. Ну вот, смотрите, 4 ноги собраны. Давайте их рассмотрим в разных ракурсах. Друзья, о, красота какая, да? Все надежно, он сейчас стал надежный, не шатается даже, представляете, друзья. А еще я вот эти вот двойные сделаю. Буду делать двойные, чтобы полностью. Этот у меня прочный, видите, все, это вообще мертво. А вот эти двойными сделаю, еще куплю 4 штуки. Сделаю, свяжу их болтами тоже в 3 точках. И будет вообще железяка. Ну, вот, сегодня я сделал вот эти поперечины. И буду начинать столе верстолечницу делать. Или как ее правильно назвать? Ну, пш-пш-пш. Друзья, поняли? Я скрутил верстолечницу. Смотрите, какая она, насколько шурупов. Бац, 4 досочки, все четко. Прикидываете? Как классно. Правда, вот мозольки появились. Видите? Ха-ха-ха-ха. А у меня есть шуруповерт. Но я поленился его подключать, представляете? И пришлось вручную отверткой. Ну, мозольчики пройдут. Не первый раз в жизни имеем. Это уж привычное дело. Той стороной, которой надо, представляете? Ну, здесь, где у меня будут стоять станочки все, так, вот еще отверстие надо просверлить, друзья, чтобы вот эти... Бац-бац, вы поняли, друзья, ну вы поняли меня, я знаю. Вы меня всегда понимаете с полуслова. Может быть, мне вообще ничего не говорите, вы поймете. Короче, вот это, друзья, универсальный стол, верстак, стол-верстак для народного умельца, то бишь для мастерового. Представляете, скоро я его сделаю, а делать я его буду 37 лет. Почему 37, спросите? Да потому что мне жить столько осталось. Вот 36 лет буду делать, модернизировать, переделывать. Ой, друзья, не было печали, как говорят народная мудрость, черти накачали. Вот захотелось мне мастерскую, она будет, друзья, будет, я вам клянусь. Подписывайтесь на канал Такибана
наука образности. И вы поймете, что это образ верстака. Вы видите? Я жду. Перевернутый мой универсальный стол для мастерового. Но вы еще пока, друзья, не знаете, зачем он стоит в таком положении. А я знаю, поэтому я с вами поделюсь. Таким образом, я буду размечать отверстие в столешнице для шпилек. Вот посмотрите, видите, там шпилечки, видите? А вот шпилька идет сюда, вот, вот она. Это дно, приваренная гайка здесь. Эта шпилька идет туда, наверх, представляете? Это вверх получается, это якобы низ, у меня вверх. Вот, поэтому я по этой шпильке, ну сначала я выставлю как надо, вот там, видите, все зафиксирую, ну вымерю, выставлю, да, еще пока не готово, я вымеряю. Друзья, ну я не буду показывать, как вымеряю, вымерить ровно, поставить, думаю, любой сможет, ничего хитрого. Вот, потом, значит, я беру молоток, вот, сейчас я левой, в правой-то у меня удар помощнее будет, но это я просто вам показываю, и вот так вот бью, и там остается отпечаток, представляете, поняли? Потом я вот это все уберу к чертовой маме и просверлю отверстие, потом все поставлю как надо. И одену крышку. Поняли, друзья? Я только таким образом умею размечать. По-другому. Неохота свою тыкву ломать. Она не хочет думать. Иногда голова дает работу всему моему телу. Из-за того, что думать не хочет. Ну все, друзья. Подписывайтесь на канал. И занимайтесь строительством. Ну, друзья, смотрите, как я буду размечать. Перенимайте мой дурацкий опыт. Вы сейчас увидите. Беру молоток и начинаю вот так стучать. Постучал. Не думайте, насквозь я не прошибил. Завершили, друзья. Теперь сейчас посмотрим. Смотрите, друзья, при помощи вот этого керна и вот этого молоточка я вот сделал вот такую вот, такое кернение. Итак, 4 вот штуки. Я просверлил. Немного не ой-ой-ой, но вообще классно. Сошлось. Я отверстия вот эти, шпильки у меня на 10, так? Отверстия я просверлил на 12. Запомнили? Итак, все, верстак уже прочнее и прочнее становится. Но я еще кое-где его буду крепить. Вы потом все буквально увидите.